Друзья, всем привет! Прошу прощения, конечно же, у всех своих подписчиков за то, что так долго ничего не снимал. Просто неохота была, вообще такая конкретная, не стоям бы была. Вот, но сейчас вроде бы что-то начало приходить. Поставки с Китая вообще меня разочаровывают. Пробовал заказывать на Джуме, думал, там что-то будет побыстрее. Ну, что-то быстрее пришло, что-то вообще идет уже третий месяц. Короче, ну, пока что пришло все, вот, что на Джуме заказывал. Вот, все приходило. Чуть больше месяца. Вот. Но сейчас что-то какая-то херня. Заказал OnePlus 10 Pro и до сих пор нету. Еще заказал Redmi K50 Game Edition. Тоже нету до сих пор. Время прошло уже порядочно, уже, наверное, месяца полтора, но до сих пор что-то ничего нету. Хотя СДЭК, доставка, Уссурийск отправлена. В Уссурийск, так понимаю, оттуда уже будет курьерская доставка. Но опять же, курьерская доставка, скорее всего, паровозом до Москвы. Ну, со Владика, сами посчитайте, сколько это будет идти. Короче, это полная жопа. Лучше бы я заказал его на 1000, на 2 дороже, но с Алиэкспресс. Причем я заказывал для себя. Ну, вот такая вот херня получается с доставками. Так, здесь у нас очень интересный ультрабюджетник. Сейчас посмотрите, что это такое. Я так думаю, наверное, что я вообще получил его, наверное, одним из первых. Пока что еще не видел я никаких обзоров на него. И это как бы очень радует. Вот эта доставка, кстати, была, наверное, чуть меньше месяца. Дней, наверное, 25-26. Кстати, принес курьер. Вот только что буквально принес. И так как завтра я уезжаю, времени у меня не будет, я им, наверное, попользуюсь. Вот. И после того, как я попользуюсь, наверное, через недельку, через две, уже сниму на него полноценный обзор. Ну, смотрите, значит, что здесь у нас? Это у нас OnePlus Nord N20 SE. Максимальной комплектации на 4 гига у нас оперативки и 64 встроенной памяти. Чем примечателен? Ценой, прежде всего. Там 10-11 тысяч рублей. Сейчас я смотрел, вроде бы 11 стоит. На распродаже можно было купить дешевле. MediaTek Dimensity. Давайте сейчас скроем эту коробочку, посмотрим, что за комплект. Вообще посмотрим на этот ультрабюджетник. Приготовил нож, но нет, здесь у нас OnePlus даже на ультрабюджетничках. Вот такой вот язычок для более удобной распаковки оставили. Ну и такая вот коробка, как от Nord, такая же, такие же цвета, черная и надпись синяя. Конечно, чувствуется, что здесь лежит какой-то ультрабюджетник, потому что, ну, прям картон такой супер дешманский. Хотя, смотрите, вроде бы все цело, ничего не замято. Слушайте, ну, Почта России, браво. Так, сейчас посмотрим на комплект. Так, ну, что-то вот, ну, как-то вот так. Что у нас в этой коробке, давайте посмотрим. Так, скрепка, макулатура, чехол. Чехол прозрачный, края матовые. Лучше было наоборот. Через неделю, через две, конечно, этот чехол будет желтый. Так, зарядный блок питания. Сразу прям большими буквами написано. 33 ватта. Слушайте, ну в такой цене, первый раз я встречаю на 33 ватта. Ну это уже хорошо. Ну и фирменный красный зарядный кабель. USB Type-C, USB A. Все. В общем, зарядка есть на 33 ватта. Это уже круто. Есть чехол на первое время. Тоже хорошо. OnePlus как бы даже в этих ценовых пределах, там до 11 тысяч, и то как бы держится молодцом. Ну и сам, вот он, телефончик. Я брал в таком голубом цвете, но он скорее не голубой, непонятно какой-то. Ну, пускай будет голубой. Да простят меня ненавистники голубых. Так, ну что, смотрите. Вот так вот он смотрится. Слушайте, ну очень круто. Он такой перламутровый. Слушайте, это еще даже стремнее, чем голубые. Так что, не, ну на самом деле, ладно, это я так посмеялся. Ну, смотрится круто, согласитесь. Слушайте, такие прям мощнейшие ободки вокруг камер, как будто здесь, знаете, такая линза стоит, блин, на 100 мегапикселей.
Слушайте, ну для этой цены я честно скажу, что смотрится он бомбезно. Вот честно, бомбезно смотрится. Пленочка уже наклеена. Ну давайте по разъемам пробежимся. Так, динамик USB Type-C, микрофон. И смотрите, есть выход для наушников 3,5 мм. Уже круто. Сверху, к сожалению, нету ничего. Есть здесь у нас лоток. Да, кстати, разнесены по разным сторонам клавиши включения, она же сканер отпечатка пальцев, скорее всего, справа, слева, регулировка и лоток. Давайте сейчас я вскрою лоток, посмотрим, есть ли возможность расширить память, потому что здесь всего лишь 64 гига, как бы маловато. И это максимальная комплектация. Есть еще 3.32, к сожалению, 128 уже нету. Да, кстати, лоток, обратите внимание, полноценный, память можно расширить, и это очень круто, потому что встроенных всего лишь 64 гигабайта. Это маловато по сегодняшним меркам. Ладно, давайте его обратно уберем. Ну, память расширить можно, и это уже отлично. Ну что, переходим к включению смартфончика. Кстати, это все не глянец, это матовая шишавая такая поверхность. Ну, конечно, это пластик. Здесь вот из чего модуль камер, я не знаю, состоит, из пластика или стекла. Ну, в общем, вот так все это смотрится. Все матовое, это уже хорошо. То есть я вот его ляпаю, и как вы можете видеть, отпечатков никаких нет. Благодаря еще такому удачному цвету. Был бы, конечно, он черный, отпечатки были бы видны даже на такой вот марховой, такой матовой, шершавой поверхности. Ладно, все, давайте включаем. Первое включение. Пленка есть. Отлично. Слушайте, ну вот по ощущениям, вот 10-11 тысяч рублей, ну гораздо он выглядит дороже, чем вот эта сумма, которую я только что вам назвал. Ну это лопата, ну по-любому лопата. И он такой не совсем-то и легкий, я бы сказал. Вообще не легкий. Ну в обзоре, конечно, я все расскажу про него. Ну такое включение, как на всех OnePlus'ах, в принципе. Давайте сейчас поставлю телефончик, запись на паузу, вот, и уже вернусь к вам, когда выйду на рабочий стол. Ну все, выполнил я первоначальную настройку. Что могу сказать? Пока что все это подгружается здесь, система и, конечно, есть лаги. Он подтупливает, реально так тормозит. Давайте зайдем сейчас, посмотрим информацию о системе, есть ли обновление. Вот можете видеть, как работает все это. Но сейчас вроде более-менее все это успокаивается. Но когда вот только я его включил, появился рабочий стол, я нажимаю, а он ждешь, наверное, секунды 2-3, пока совершится какое-то действие. Ну, это из-за того, опять я говорю, что здесь пока что погружаются все необходимые приложения, настраивается система. Так, об устройстве. Ну, сейчас вроде бы вот нормально заработал. Так, память у нас 64 общая, использована 16.6. Здесь у нас оперативка 4. Для тех, кто верит вот в эту вот хуйню, можно расширить память. Файл подкачки, так называемая, виртуальная. То есть до 4 гигов. Я в эту херню не верю, поэтому я все это закрываю. Но эта функция для верующих есть. Android на борту 12. Это классный процессор. Helio G35. Я оговорился, сказал, что это Helio G30. Прошу прощения. Вот, сами можете видеть. Helio G35. В такой цене, конечно, я считаю, что это, наверное, нормальный процессор. Тем более, думаю, что с оптимизацией OnePlus, как обычно, должно быть все хорошо. Вот. И это уже неплохо, то, что сюда вообще не воткнули какой-то там в реалмишке суют, блять, я уже забыл, как он, этот процессор называется. Дай бог памяти. Ладно, в общем, проехали, там в комментариях поправьте. По поводу игр, я думаю, что будет возможно вот здесь поиграть на этом аппаратике. Ну, это естественно, я сюда игры еще загружу. Мне хочется послушать динамики. Или динамик. Ну, я думаю, что вряд ли здесь будет стерео.
потому что, ну, как бы цена намекает нам на то, что, ребят, закатайте губы насчет вашего стерео. Ну, давайте зайдем мелодию, звуки, вибрация. Кстати, давайте посмотрим, возможно ли настроить вибрацию. Кстати, здесь Direct Audio Tuner, расширенные настройки. Так, вибрация, скорее всего, сенсорный отклик и звуковые сигналы. Нет, здесь, к сожалению, почему-то нет настройки вибра. Возможно, там где-нибудь дальше есть. Ладно, я посмотрю, уже в обзоре вам все расскажу. Сейчас давайте послушаем, как он играет. Давайте вот эту. Нет! Ёптать! OnePlus, ты чё? Бля, здесь стерео, ребят. Охренеть, прошу прощения за то, что я сомневался. Я, честно говоря, не ожидал, что здесь будет стерео. И звук очень приятный. Не в том плане, что он звучит на свои там 10-11 тысяч рублей. Он вообще нормально звучит, как до двадцатки. Нормальной динамики. Слушайте, ну вообще, OnePlus вообще молодцы. Ну и камеры. Давайте посмотрим, на что у нас способны камеры, ну, не отходя, кажется, от кассы. Ну вот, давайте вот этот ножичек мы сейчас и шмандарахнем. Слушайте, ну, нормально, нормальная фотка. Ну, конечно, это, она не претендует, там, не претендует на звание лучшего ножика на фотографии, но довольно-таки неплохо. Конечно же, в обзоре вы все это увидите, фото, видео. Ну, пока что, вот я при вас его скрыл, пока что, вот, честно говоря, он производит довольно-таки положительное такое впечатление. Серьезно, блин, я рад, что я купил его. Я тебя жалею, что не купил два, даже три. То есть, как бы, знакомых детишек много, блин, вот им бы вообще самое то. Все-таки покупать за двадцатку, там, ну, как бы, первоклассникам, ну, я считаю, что это не очень оправдано, потому что, ну, они расхерачат его. Это как в том анекдоте про шарики, что один проебал, другой сломал. Вот так же с этими телефонами. Ну, это как бы, блин, слушайте, ну, круто. А если ему еще дать, сказать, вот тебе, там, Вася или Василий, телефон, смотри, стоит 20 тысяч рублей, понимаешь, и он поверит. То есть тут как бы можно но ебать ребенка для того, чтобы он как бы относился к нему побережливее. То есть и он вам, скорее всего, поверит, потому что здесь, ну, внешний вид у него нормальный. Конечно, здесь и подбородочек у нас большой, и капелька уже древняя, уже и так не модно, и боковые у нас грани не совсем маленькие. Но в целом, такой добротный вид у него внешний. Я бы сказал, что, ну, как я уже сказал, что он выглядит гораздо дороже, особенно вот сзади. Короче, здесь по внешке вот прям 5 баллов, если учесть его цену. И, кстати, материалы, сборочка, ну, чуть-чуть звенит, но не люфтит. Люфт минимальный. И они, посмотрите, насколько они утоплены в корпус. Они практически не выпирают из корпуса. Вот это классно. Разблокировка по лицу есть. Здесь у нас сканер отпечатка пальцев. Как он работает, я вам покажу уже во время своего обзора. USB Type-C. Слушайте, нормальный такой IPS-экран. Ну, глупо было бы, конечно, ожидать за эту цену здесь какого-нибудь AMOLED. В общем, это была такая легенькая распаковочка. Все, ребят, давайте уже. Обязательно ждите обзора на этот аппаратик. Все. Всего вам хорошего. До встречи.